друзья, всем привет! Если честно сказать, я от такой находки я просто удивилась. Смотрите, какая огромная. Представляете? Вот она на кусте. Это не фотошоп, это не монтаж, как некоторые скажут. Не может быть такое, чтобы был прям такой помидорок и прочее. Посмотрите. Вот, вот куст помидора. Еще одна растет, но, естественно, она не такая. У меня впервые такой огромный помидор. Смотрите, у меня даже в ладони помещается. Ну надо же, да? Там он рядом тоже вот и есть вторая, но она, естественно, меньше. Но вот это что-то с чем-то. Вот я ее точно оставлю, пусть она как бы не на кусти. Конечно, я домой ее занесу потом, конечно, не сейчас, я сейчас не буду помидоры собирать. Но когда буду собирать, я ее как раз и оставлю на семена. Представляете, какой у меня помидорок. Огромный, да? Какой здоровый. Видите, вот, сорт не знаю.